А наше утро начинается вот так. Сегодня с яишенки. Сегодня Димочка будет первый раз пробовать яишенку. Еще не пробовал, но Димочка уже начинает все пробовать, да? Да, Димочка, он рядом стоит. У нас здесь помидорка, лучок и яички. Вот ждем пока чуть-чуть еще. Я люблю, когда яички сырые остаются, но Димочке я хочу каким-нибудь образом сделать, чтобы они были немножечко, вернее, одно яичко было немножко не сырым, крутую. Вот, а где крышка у нас от сковородки, я не помню. Все убираешь, убираешь вечно, все прячешь. Вот такая яичка. Пожелайте нам приятного аппетита. Жду ваших комментариев. И также напишите в комментариях, что же вы кушаете на завтрак. Обязательно напишите, мне будет интересно. Ну, у нас не каждый раз такая яишенка. Это вот первый раз за много лет. Эх, какие цвета. Танцуй давай. Танцуй. Ты что бегаешь-то? Танцуй давай. Танцуй, 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 Дима. Танцуй, танцуй. Как ты танцевал дома? Ты будешь бегать? Бегать. Я думала, ты меня тут станцуешь сейчас. Лавочки тут свеженькие. Цвета. Какой цвет? Желтый это. Желтый, да? А вот это какой? Это какой? Какой? Это синий. Синий, да, этот желтый, а вот тот. Тут даже щит какой-то. Какой? Красный. Тут какой щит. Тут он. Вот такой получается. Какой это? Зеленый. Зеленый, правильно. Это синий. Правильно. А тот? Это тоже синий. Правильно. А этот? Это тоже синий. Тоже синий? Тоже. Зеленый же он. Это красный. Красный, правильно. Это желтый. Это. А это? Тоже красный? Это синий, аккуратно там. Оп. Горка для Димы, да? С жирафиками. Жирафики какие красивые. Да. Ну и как ты будешь обратно теперь? Сейчас застрянешь. Сел, оттолкнулся. Че застыл? И поехал. Жих! И все, да? Жих! И все. Я опять поехал. Там как раз поликлиника детская находится. Как раз, по-моему, следующее здание, которое рушится. Батюшки, батюшки. У тебя беговая дорожка, что ли, Дим? Да? Давай, давай, беги, 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 беги.
Вроде маленькая горка, да? А подняться не можешь, да? Бум. Она не горячая? Нет. Кстати, вот компот получился вот такой. Смотрите, он вообще прям мутный-мутный, видимо, потому что груш довольно много, поэтому получился такой мутненький. Но, кстати, ароматный и совершенно даже не вяжет. Абсолютно не вяжет. У меня тут леч стоит на заднем фоне. Вернее, на переднем. Вот, ну, такой ароматненький, такой грушевенький получился. Давай, подметай. Вот, вот, он молодец какой, молодец, сына, сыночка моя, молодец какой, ух ты, подметает, Димочке у нас 3 годика уже, 3 года и сколько, 2 месяца уже, 2 месяца, 3 года, 2 месяца. Дима, ну до этого Дима пытался подмотать. Ой-ой-ой-ой, как я красиво возил. Красиво. И что, ты опять принялся? Ну, уже много чего он тут прям подмел. До сюда я просто позже включила камеру. Пока я на кухню пошла, он уже все тут подмел. В той комнате мы уже подмели, он мне помог. Держал совочек, а я носовочек, все. Прям такой помощник, очень такой, прям помогает мне. В садик пойдет, как я тут буду без него убираться, не представляю даже. Я сказал аудио. И за захват. Так и захват. Давай, давай, складывай. Рассказывай, что ты построил. Я дым построил. В башне из нее идет дым, да? Вот она башенка, из нее идет дым. А это построила мама. Мама, конечно, отличается, хотя мне Димочка помогал. Желтенький вот немножко ставить голубеньким, там какие-то такие морского цвета. Вот такая красота, смотрите, классная какая. И все башня, да? Как она прям меняется. Сидим, играем, фигурки убрались. А теперь... О, большая башня какая-то. Большая башня, из нее дым идет, да? Дым большой идет. Большой дым идет даже. А я вот изначально начала строить. А, нет, это мы уже построили, у меня другая. Жалко, что в моем детстве такого не было. Я бы сейчас прям вообще на всю квартиру бы такую настроила. Иметь бы вот это ящик таких наборов. Целый там 20 штук. Можно было бы построить. Ну, другие остаются зато. Кружочек туда хочется еще. Жалко, кружочков там нет. Как и обещала показать. Этот баклажанчик, он такой уже у меня полежал немножко. Я не хотела на камеру его. Думаю, наверное, сейчас придется много отрезать. Наверное, он уже весь такой попортился. Но нет, отрезала, смотрите. Нормальный. Так, будем, наверное, вот так вот пластики у него отрезать. Наверное, кругляшками. Ой, что-то мне неровно пошло. Ну ладно. А девушка сказала то, что он... 2 минутки в духовке всего лишь. Что-то у меня ножа не хватает. Ну, я буду, наверное, как обычно. А, ну, вот смотрите, он даже без костей. На рынке я, кстати, услышала, что... Ну, тоже такой же продавался, на 5 рублей дороже. И женщина сказала, что он без косточек. То ли она, которая покупала, то ли продавец, не помню. Ну, кстати, вот что-то подобное есть. Вот тут вот похожее на косточки все-таки. Не знаю. Он тяжелый такой, вообще прям тяжеленный просто. Ну, конечно, у меня моего ножа мне не хватает. Вот, попробуем на вкус, какой он будет. Вот, у меня там еще стиральная машинка, кстати, стирает на заднем плане. Надо постирать нам там. Нет, смотрите, косточки у него точно так же есть. Либо, может быть, он перезрелый. И косточки, смотрите, как они идут. Тут вообще вот так сердечком. Тут вот так вот. Необыкновенно. Представляешь, он весит целый килограмм. Целый килограмм. Вообще офигеть просто. Так,
Ну и вот так, наверное, сделаем его. Неудобно, если честно, резать. Честно говоря, хотела вместе с ним провести стрим. Вот, но что-то, блин, вообще прям некогда. Так некогда. Не знаю, короче, неудобно мне его. О, слушайте, костей полно. Он, наверное, перезрелым был. Не знаю, как это все будет кушаться. Тут вот тоже. Не знаю, попробуем, как он будет на вкус. И потом, наверное, еще вам покажу конечный результат, что же у нас получилось там, когда мы его запекем. Хотя, мне кажется, будет довольно вкусно. Короче, сегодня у нас на ужин будет баклажаны. Перчики я хочу запечь. А сметана, это будет у нас соус. И плюс у меня там куриная грудка размораживается, я буду запекать, не знаю, правда, когда. Потому что у меня сейчас стирает стиральная машинка, а вдвоем вместе с духовкой я их не хочу включать. Поэтому я думаю, сейчас подожду, пока немножечко постирается, и до ужина за 2 часа, наверное, включу. Сейчас время у нас уже 15:20, 16:20, 17. Короче, не знаю, как это быстренько успеть. И постирать сегодня, именно сегодня мне надо. Вот, и приготовить ужин именно сегодня. Короче, вот так у нас.